Я создаю мир, полный иллюзий. В нем захотят жить духи и люди. Созданы, сотканы, ждут весны. На что ты готов, чтобы войти в этот мир? Готов ли ты появиться из пустоты? Будет больно, но весело пронесется, как миг. Правда ли это? Чудес из моря моих слез, из ада твоих пьес, для всех, кто устал и замерз, для всех, кто еще здесь, для всех, кто не одинок рядом со мной. На что ты готов, чтобы войти в этот мир? Весело пронесется, как миг. Правда ли это будешь именно ты? Именно ты, именно ты, именно ты, именно ты. Я создаю мир, полный иллюзий. В нем захотят жить духи и люди. Ангелы, соколы, совы и единороги. Созданы, сотканы, ждут. Правда ли это будешь иметь? Правда ли это будешь именно ты? Именно ты, именно ты. Именно ты, именно ты. В детстве мне часто казалось, что я откуда-то не отсюда. Я не знаю, как это правильно объяснить, но, возможно, кому-то из вас знакомо это ощущение. Как будто меня то ли инопланетяне подбросили на эту планету, то ли феи подменили в колыбели. А может быть, я просто родилась не в то время, не в том месте. В любом случае, мне всему приходилось всерьез учиться заново. Как пользоваться этим телом? Как общаться с другими людьми? Как общаться с другими людьми, не привлекая внимания санитаров? Однажды я даже чуть не купила книгу, которая называлась «Краткая история человечества». Меня тогда остановило только то, что там было 750 страниц. Это не очень коротко, чтобы узнать об истории человечества. И я подумала, а что если бы я сама решила написать по-настоящему короткое руководство для тех, кто, как и я, был заброшен в мир людей, но еще не понял, что к чему? Что бы я написала? Наверное, я бы вложилась в несколько коротких историй, в несколько имен великих людей. Все самое болезненное,
трогательное и важное, что я узнала о них. Все то, что я расскажу сегодня. Книга имен.